Добрый вечер. Сборная Украины сегодня двумя машинами прибыла на место назначения, в Бачково. В принципе, дорога прошла без происшествий, в дружной, теплой атмосфере. У всех боевой настрой, отличное настроение. Сегодня день был посвящен, в принципе, знакомству с рекой, осмотру предполагаемых зон соревнований, так как мы уже были месяц назад и осенью, и приблизительно знаем, где и как будут разбиты сектора, и смотрели, какую рыбу запустят на тренировку. Ну, в принципе, ничего неожиданного не произошло, чуть поднялся уровень, но это особо не повлияло на впечатление от реки. Река не одинаковая, не однородная, есть и глубокие места, есть и мелкие прогоны с перекатами. Мест для стоянки рыбы, в принципе, достаточно. Но таких именно ванн, жирных секторов, с которых можно косить рыбу, на каждую зону немного. Поэтому, конечно же, жеребьевка будет иметь важное значение, удастся или не удастся нашим спортсменам попадать в эти жирные сектора и выигрывать часы, так как это очень важно для итогового результата. Рыба на тренировку сегодня запускалась. Радужка среднего размера, небольшая, как в тот раз, не та, которая отрывала всем приманки, о которой говорили, что это радужная лошадка, в принципе, достаточно спортивная. Мы, в принципе, уже закончили осмотр, сейчас идем к себе в номера, будем готовить приманки, делиться впечатлениями и окончательно составлять план тренировки. Все остальное уже будем рассказывать завтра. Месяц назад мы уже были на этой реке. Здесь проходил чемпионат Trout Union Cup, который организовывали наши друзья из Хорватии совместно с болгарами. Соревнования были интересные, рыбные, но очень неоднозначные для нашей команды в частности. Рыба была крупная, в основном радужка. Также присутствовала ручевая форель, но ее количество было достаточно малым, и она почему-то не ловилась особо. А с крупной радужкой мы решили сделать ставку на силикон основную, поскольку по нашим соревнованиям и с нашей практики мы знаем, что радужка отлично реагирует на силикон. Но в этот раз почему-то нам не удалось ничего показать особенного, выдающегося. Мы заняли достаточно посредственное место, 11 из 22 команд. Работали абсолютно другие приманки, такие как воблера, вертушки. И поэтому мы разбирались, мы экспериментировали. На этот раз уже как бы есть определенные выводы, но во втором туре даже прошлого чемпионата мы разобраться не смогли сразу. Надеемся, что на чемпионате мира мы уже сможем показать абсолютно другой результат, намного выше и ярче. Единственная проблема, с которой мы столкнулись по приезду, это высокий уровень воды намного выше, чем был весной, и в разы выше, чем был осенью в том году. И запуск рыбы был 100% радужка на тренировку. Размер ее такой от 100 до 300 грамм, наверное. То есть намного меньше размер, чем был на чемпионате месяц назад. Ну, будем завтра пробовать, экспериментировать. Надеюсь, подберем ключики и на соревнованиях покажем хороший результат.